И всем привет друзьям и пацанам Ютуба, у микрофона Максимус, и сегодня я расскажу вам всю историю семьи соседа, весь сюжет игры «Привет, сосед, прятки» и дам вам точную хронологию событий, чтобы уж точно понять, как и почему погибла дочь соседа. Поехали! Итак, вчера, 7 декабря, ранним-ранним утром, на игровой площадке Epic Games вышла игра «Привет, сосед, прятки». И все, кто с огромным желанием ждал эту игру, непременно начали покупать и играть в нее. И сразу скажу, в игре не присутствовало скрытого, как по мне, сюжета, ведь все события были прямолинейны и понятны. И если сравнить сюжет и мою последнюю теорию по «Привет, сосед, прятки», то я оказался наполовину прав, и сейчас вы поймете почему. Весь основной сюжет, как уже говорилось, начинается с обычного приятного дня, когда в доме царит радость и счастье. Дети бегают по дому, играя в прятки, мать готовит завтрак, а отец разбирается с некоторыми делами. Все хорошо и прекрасно до того момента, пока родители просто не возвращаются домой. Дети, как обычно, занимают место за столом и начинают ждать, но родителей так и нет, а дозвониться до них они не могут. И чтобы скрасить время ожидания, они вновь решаются сыграть в прятки, и после окончания игры домой возвращается сосед с сумкой матери. Дети сразу понимают, что что-то не так, пока до них не доходит, что теперь мать больше никогда не вернется домой. Обняв соседа, они стараются взять себя в руки и пережить всю эту потерю, чтобы семья дальше смогла двигаться вперед. Но в одной из катсцен мы видим, как сестра поднимается в комнату, слыша, как за дверью брат под действием всей этой печали начал агрессивно кидаться вещами, ощущая эту потерю гораздо сильнее всех остальных. Сестра старается подбодрить брата, и тот предлагает ей вновь сыграть в прятки, чтобы слегка успокоиться и расслабиться. Но уже с самой катсцены с подсказкой было понятно, что брат продолжает злиться, и агрессия растет в нем. А после игры мы вовсе можем заметить, что брат агрессивно начал стрелять в нее из игрушечного ружья. А причиной всему – аффективная агрессия. Это вид агрессии, которая проявляется в результате сильного стресса. И человек не понимает, что он делает. И все это в состоянии аффекта. Все эти издевательства над сестрой и все его выходки связаны с продолжительным влиянием печали на него, что вызывает лишь большую агрессию. Самое главное, что в прошлых катсценах с подсказками мы можем заметить, что брат вел себя по отношению к сестре как нельзя лучше. Даже спустя какое-то время после возвращения отца с плохими вестями, брат не проявлял злобы по отношению к сестре, была лишь печаль. Это вновь подтверждает слова о том, что у брата аффективная агрессия. После этого сын соседа решает вновь сыграть с сестрой в прятки, где она должна будет найти куклу, которая лежит на краю деревянной платформы. Забирая ее, мы разворачиваемся и видим озлобленного брата, который в порыве агрессии скидывает нашу куклу, а после… После этого нам показывают титры, а на заднем фоне мы видим, как сосед копает яму для трупа своей дочери. И дальше же идут знакомые нам события первой части игры, в которой мы уже можем наблюдать подвал с комнатой для сына соседа. К сожалению, мы до сих пор не знаем причину пожара, из-за которого дом соседа сгорел. Мы не знаем судьбу соседа и его сына, но некоторые ответы мы все же получили. Да, смерть дочери соседа и вправду была лишь случайностью, и все это несчастье навалилось на соседа, который потерял свою жену, а вскоре потерял и дочь. Вся эта огромная и печальная история не имеет в себе больших тайн и секретов. Да, в игре присутствуют секретные локации и некоторые интересные места, но они никак не влияют на ту судьбу, что постигла семью соседа. И в общем, на этом и заканчивается игра. В плане сюжета, игра нам продемонстрировала именно с чего начались все эти несчастья, и почему мы получили именно такой исход,
который мы и наблюдаем в оригинальной игре «Привет, сосед». Но если говорить о оставшихся ответах, то мы теперь точно можем сказать, что вороны в игре «Привет, сосед» играют роль не носителей несчастья, а наоборот, некоторых хранителей. Когда мы где-то застревали, мы могли позвать ворону, которая возвращала нас на стартовое место. А в пятом акте, когда мы случайно соскальзывали с крыши, именно ворона ловила нас и возвращала на место. Да даже в пример можно привести то, что в игре «Секрет соседа» вороны появлялись в комнатах, где находился ключ. Следовательно, наше суеверие о том, что ворона приносит невезение, пропадает. Как по мне, именно эту мысль разработчики хотели донести до нас. Если оценивать эту игру по геймплею, то она не сильно отличается от оригинальной игры. Нам нужно было искать вещи, прячась от того, кто пытается нас поймать, и при этом думать более расширенней, чем обычно. Конечно, иногда можно где-то застрять, не понимая, что делать дальше, но все-таки этот привкус победы после прохождения очередного акта чувствовался. Но как по мне, истории не хватило той тайны, что была в оригинальной игре. Но все же игра рассчитана теперь не на только ютуберов, а также и на широкую публику, поэтому судить с точки зрения теоретика все-таки тут не стоит. Игра просто дала некоторые ответы публике, поэтому сюжет прямой и к ней не требуется каких-то новых теорий. Но я надеюсь, что возможно когда-нибудь создатели сделают дополнение или же обновление к игре «Привет, сосед», которая даст нам ответы на таящие нас вопросы по поводу этой видеоигры. Ну что ж, ребятки, а на этом у меня все. С вами был Максимус. Обязательно поставьте лайк этому ролику, если он вам понравился. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые теории. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Ну и конечно же смотрите описание, где есть ссылка на меня ВКонтакте, где вы можете со мной попереписываться, на группу ВКонтакте, где выходят все новости, и на второй канал, где я озвучиваю мультфильмы. Также в описании есть ссылки на плейлисты с другими теориями. Ну и конечно же по подсказке можете посмотреть прошлую теорию по «Привет, сосед, прятки». Ну и также не забывайте про мой сервер в Discord, где вы можете пообщаться со мной и моими подписчиками. Все ссылочки есть в описании. Ну что ж, ребятки, на этом у меня все. Всем хорошего настроения, всем бай-бай, удачи!